Всем привет. Не успел я здесь прибраться. Начал небольшую сортировку. И уже заранее выбрал блюда. Это блюдо. Надо бы, конечно, брать тарелочку с собой. Так, а зачем я взял свинину на кости? Так, свинина на кости. Куриная ножка. Ну да. Свинина на кости мне не нужна. Уже тратим продукты зазря. Так, ну давайте посмотрим, как там закрепить. Ну ты не покажешь, ну так. Чего так? Не ставится. Спасибо. Соль, черный перец, каенский перец, молотый кумин. Я вот решил специи там расставлять, но я ж не знаю, может зря это сделал. Ну, конечно, надо было сначала переставить сюда эти доски. Соль 3 грамма. Спасибо, я смотрел же, блин, ну как так-то, а? Написано же было, блин, выберите на 10, поменяйте. Нет, блин. На субу 10, естественно. Черный перец 100 грамм. Молотый каенский перец. Вот это вроде бы сюда убрал. Да? Три же? Три. И кумин молотый. О, кстати, довольно-таки близко находится. Так, на противень, духовку. На 2 минуты. Я не знаю, можно ли запихнуть сразу 2 штуки, наверное, можно. Почему бы и нет. Так, пока сюда положу. Возьму еще один. Значит, соль. Черный перец. Каенский перец и кумин. Кумин? Это кумин. Пускай здесь постоит. Ну и как-нибудь сюда его закинуть. Равномерно пускай лежат. На 2 минуты, значит, поставим. Так, салат капрезе, помидор. Ой, блин, как мне неудобно. Помидор 120, моцарелла 160, соль, черный перец, оливковое масло. Это моцарелла? Это чеддер. А где моцарелла-то? Моцарелла, вот это что, да? Нет, это вообще яйцо. Вот моцарелла. Сколько там? 2 штуки. Так, помидор. Вообще надо воду
блядь. Извините. У нас же два блюда. Соответственно. Откройся. Еще два. Ладно. Так, помидор 120 на 20. 120 на 20. Я даже не знаю. Я не знаю, ну ладно. Это не ко мне, короче. Режет называется как ему хочется. Просто банально порезать все. Так, ну, в смысле, на разные части все тут. А, то есть мне еще нужно было посолить, да? Понятно. 160-16. Я не знаю, будем вот так вот, короче, резать. Можно еще вот так вот разделить пополам. А он даже не порезал. Или порезал. Непонятно, короче. Что-то не упало. Я еще могу вообще закинуть вот в резчик автоматически. Какая разница, да? Ну, ты меня даже не порезал, чувак. Тут вроде порезал, там не порезал. Ну тут, естественно, не порезал. Ну понятно, короче. 2 минуты. Соль, черный перец, так. Соль, черный перец по 5 грамм. Ну, то есть можно все дело просто посыпать. Я не знаю, сверху. Вот так вот. И солью. Так. Соль. 5 грамм. Оливковое масло 20. Соответственно. Мясо подвагивает. Давайте подавать. Свежий базилик 9 грамм. Так, сколько там было? Моцарелла 160.
170. Нормально. Помидор. Сколько помидор-то? Помидор 120. Что ты делаешь, а? Сойдет, короче. Свежий базилик 9. Раз, два, три. Ну иди нафиг, да. Ну вот у меня как раз уже новое блюдо есть. Для вашего. Заодно проверим. Ну да, чуть-чуть не дошло. Сейчас скажет неправильно, техника резкая, естественно. Ну, слишком много черного перца, пока техника резкая, естественно. Черный перец слишком много для них оказалось. При этом еще. Это почему-то все упало тут. Ой, я не знаю, может просто закинуть в этот врезчик. Хотя есть уже 128. Есть тут у нас вот 9. Это можно выкинуть туда. Где у нас там эта ножка? Я уже банально просто выберу те блюда, которые мы, точнее, которые я вроде как готовил когда-то уже, но не получал за них достижений. Вот, банально решил начать с самого простого. Из того, что у нас. Ну да. Ну, вот тоже. Картофельный салат туда же относится. Я просто не знаю. Вот. Я, конечно, могу там готовить блюда. Да. Которые я еще не готовил. Но я даже не знаю наверняка, готовил я их, не готовил. Я думаю, ну если хотя бы понять по количеству этих самых достижений. Если в достижениях, ну как я считал, если за приготовление блюда, мне достижение не дается, значит, я их уже готовил. Ну, я так считал. Но потом оказалось, что тут не на все блюдо есть достижение, оказывается. Поэтому как понять наверняка, готовы их или не готовы. Поэтому будем отталкиваться чисто от достижений.
Так, ножка. Можно этот салат закрепить? Угу. Так, вода, вода, вода. Это уже все вылил, потому что, ну, как бы, смысл мне этих супов, которые мы уже не готовим. Чего они у нас будут находить? Просто так находиться здесь. Так, соль, картошка 300. Ну, варить 2 минуты тоже самое, да? Поставился тут. Все конфорки за конфорки заня. Варится, варится. Репчатый лук. Картофель. Куриный бульон. Понятно, нет, то есть мясо варить потом, и потом порезать, что ли, или что? Ой, блин, ну посолить еще, поперчить там, все дела. Так, что там нужно? Соль по 5, черный перец по 5, оливковое масло 10, да? Так, масло. Ну, сейчас, кажется, слишком много оливкового масла будет. Соль, черный перец по 5. Даже лучше, чем до этого было. Ну, это понятно, но почему слишком много-то? Мне их заранее сыпать надо, или что? Ну, то есть, ну, вот как это работает? Давайте я банально буду насыпать заранее, потом уже резать их. Вот опять он где-то вылез. Что, что, где, куда? Чай. Порежьте ингредиент. Репчатый лук. Куриный бульон. Ну, то есть мне нужно типа порезать, получается, эту картошку. Потом обратно закинуть. Я не знаю, я не буду сейчас заморачиваться. Единственная проблема может быть из что он сейчас просто не порежет ее. Нет, он ее порезал. А то бывает, когда готовый продукт уже кладешь. Хотя, я не знаю, вот мне не нужно ее. Просто написано добавить к кастрюле ингредиенты. Поэтому мне не совсем понятно. Добавить, ну, в новую кастрюлю или в эту кастрюлю? Я не знаю, я закину в эту кастрюлю. Так. Репчатый лук.
120, 120. Ой, не туда закинул. Порезать. Смесь. Так, бульон куриный 500 миллилитров. Оставлял куриный бульон. В принципе, да. В принципе, тут. Давайте, ладно, сюда налью. Хоть я и маленький обычно использую кастрюлю для этого дела. Пока можно и такую. Так, 150, 500, да? 150, 600. Блин, а? 500, да? 300. 450, 500, 500. Я не буду бегать туда-сюда, просто, точнее, я бы налил бы чисто из кастрюли, но что-то не очень хочется. Блин, налью вот так вот. А, тут еще. Ну да, логично. Надо бы, конечно, так сразу наливать и все. Так. Белый уксус 20 миллилитров. Белый уксус. А у нас белый уксус вроде не было. Хоть я все эти жидкости перенес сюда. Все, здесь явно мало места для этого самого, для наших бутылок. Вот так вот. Белый уксус 20. Соль, белый перец, соль 10, белый перец 10. Сахар 10, горчица 10, репчатый лук, да, соответственно, варить минуту. Я не знаю, откуда, как это можно одного блюда. Так, тут горчица именно. Именно что горчица. 10. А то есть типа это дюссельдорфская, или как она называется, горчица. Картофель, репчатый лук, подсолнечное масло, подавайте теплое блюдо для запеканки, вот это.
Я не знаю, если мне потом скажут, что плохая, там, не знаю, слишком. Ну, типа то, что там картошка переготовилась, да? Да не то. Скажут. Неправильная температура, там, 5-10. Я не знаю уже тогда. Возьмись. Что там еще? Подсолнечное масло 20 мл. Ну, понятно, сейчас будет финита ля комедин, короче. Заправка. Не знаю, может мне просто налить, да? Заправить. Давайте, ладно, польем. Ладно. Достаточно, что-то. Шнитрук 8 грамм. Раз, два, три, четыре. Это же 8, да? Наверное. Ну и чего? Серьезно? И что не так, игра, интересно знать. Что не так? Ошибка при нагревании. Да что ты говоришь? А ничего, что я действовал согласно рецепту, нет? Ничего, да? Угу. Горчица ненужная? Чего? Куриный бульон не нужен. Белый уксус не нужен. Чего? Гость доволен. Смысле ненужные. Смысле ненужные. Игра. Где-то рецепт. Покажите мне этот рецепт. Добавьте в кастрюлю ингредиенты. Белый уксус. Горчица. Куриный бульон. Ненужные, он сказал, он говорит, этого мне не нужно. Мне не нужен куриный бульон, который добавьте кастрюлю ингредиенты. Мне не нужен. Мне не нужна горчица. Да? Мне не нужен уксус. Ненужное. Это все не нужно. Да? Я не знаю, я буду просто готовить тупо. Вот. Ладно, уж не знаю, успею, не успею приготовить. Скорее всего, не успею. К тому же он, скорее всего, уйдет. Хотя в теории я мог приготовить блин. Там уже время. Конец этого самого дня. Если что, мы во второй день постышу перейдем. Комбайн. Тарелки нету. Да откройся. Дурак, что ли? Два яйца. Откройте. Откройте продукт яйцо. Да, спасибо. И чего? Открыл.
то есть я бы уже успел, да? Ладно, извикаешь, гурман. Я здесь готовлю уже другое блюдо. Куриный бульон 1000 мл в кастрюлю. Есть у меня, конечно, такая теория, то что картошку туда добавлять, возможно, не нужно было. Куриный бульон. Ну, я, конечно, посмотрю. И просто то, что он сказал там, то, что это, мол, не нужно. Именно потому что 60 секунд. Варить куриный бульон 60 секунд. Ну да. Или нет? Не понял. Тот же комбайн. Чего? Я ничего не понимаю из этого рецепта, в принципе. Ну, то есть, мне нужно было сварить куриный бульон с этим яйцом или что? Боже, я не понимаю. Описание, можно нормальный рецепт делать? Игра. Вы какую-то дичь творите? Там вообще написано что-нибудь, что-то. А зачем мне яйцо нужно было варить тогда? Что это за бред, блин? Сейчас этот уйдет с этим супом, блин. Соль, белый перец, кунжутное масло. 30 секунд. Зеленый лук 160. Нет, я ничего не понимаю. То есть два лука ему что, да? Как я должен понять, что отделить? Отделить зеленый лук. Отделил. Видимо, так вот отделил. А это, о, даже написано луковицы. Прикольно. А это типа зелень. Что поместится зелень?
вроде бы поместилось, я уж не знаю. Соль, черт, белый перец, 2 грамма, кунжутное масло. Короче, походу дело тоже уйдет, чувак. Где-то соль у нас. Может, не уйдет. Соль, 5 грамм. Спасибо, игра. Спасибо. Просто спасибо. Куриный бульон. Я говорю, это просто перенесем все просто на следующий день. Это все. А это такая, типа, затравка. Заправка. Да. Ну, подись ты туда. Там, не знаю, там же суп. Че такой тарелку вообще сделал? Даже говорят, налейте, не знаю, 300 грамм. Вообще ни слова об этом. Зеленый лук, зелень. Осталось минут 15 только, блин. Сколько там насыпать нужно? 5 грамм. Пять же? Да не 5. 2 грамма белого перца. Идите, знаете куда, все. Просто все, спасибо, игра. Спасибо, блин. Все взял. Давайте, не знаю. Помоем тарелочку. Почему бы и нет? Вот. Возьмем помидор. Да. Один помидор. Где у нас там моцарелла была? Здесь. Вот. Две моцареллы. Просто банально. Я не знаю. Помидор. Черный перец. Да? Там же черный перец нужен. Соль или черный перец, да? Ну. Да. А, нет, ножка. Да, соль, черный перец по 5 грамм. Хотя, если нет, соль. А, ну да, это всего, то есть. То есть, если это все вместе по 5 грамм, соответственно, соль. Берем соль. Супим 1. И черный перец. Один. Ну и того должно быть
минимально 3 грамма. А тут такие значения, типа 1-2 грамма. Погода не играет. И вот так вот. Ну, а потом я, естественно, резать все дело не буду. Просто закину в резчик. И я, естественно, не удивлюсь, если он потом мне скажет, что слишком мало соль, слишком мало перца. Да. Угу. Так, уксус. Вот опять тут места уже нету, блин. Серьезно. Ха-ха. Вот это прикольно, кстати. Я такой первый раз вижу. Блин. Шикарно. Блин, ну... Да, пожалуйста, может... Забирайте мне вообще все звезды. Я не против. Ха-ха. Блин, ну вот это прикольно, кстати. Расставил. Что есть? Более-менее специи. У нас уже новый день. Давайте, не знаю, посмотрим на наши награды. Ну, вроде бы, да, 4 штуки. Хотя нас, не знаю, это третий. Вот, видим, за четвертой нас ее типа лишили. Но она у нас все еще осталась, как бы там лежать. Ну и давайте, чтобы... Да, вот тоже прикол. Я не знаю. То мне там двери лишили. Тут я еще, оказывается, в пределах вот этой вот кухни не могу убрать вот это пятно на полу. Как бы я ни старался, но оно не убирается. Ну вот наш салат любимый. Поставишь или что? Спасибо. Что-то как-то он так не сразу ставит его, но удивление. Куриная ножка, да, сахар, что поставил сахар, соль, 3 грамма. Черный перец 3 грамма. Каянский перец 3 грамма. И кумин 3 грамма. Не знаю. Банально хоть протеин заранее класть сюда куда-нибудь. Давайте возьмем. Поставим сюда. В принципе, нормально. Ну, опять же, доску можно забрать отсюда.
куда-нибудь ее воткнуть. Там была еще доска, но я вообще ее выкинул. Я сейчас думаю, наверное. О. Прямо стол. Господи. Смотрите, идеально вышло все. Вот можно эту доску здесь. Нет? Кривоват вышел. Ладно, давайте возьмем тарелочку. А, да. Блин, я же... Я же не полил оливковым маслом. Вот это вот в теории. Опять же. Где у меня этот салат? А, он уже порезан. Оливковое масло. Надо было пипеткой залить. Я их только посолил. Ну ладно. Чего уж теперь. Давайте хоть возьмем отсюда это масло. Которое выли мне. Да не. Ты дурак или что? Я говорю, масло выли, они. Что ты? Игра, издеваешься, ну или что, блин? Серьезно. Ну блин, не... вот, ну вот, тут чуть-чуть не дошло, а мне даже достижение дали, ну, это несерьезно, ну что это такое? Недостаточно. Ладно, ну, мы только начали, поэтому я думаю... Что если мы в теории, да, салат, если мы в теории, вот так вот, да, о, идеально, прямо, только главное не схватить только доску, совершенно образом, так, я там помню, там вроде уже было это, налить воду. Блин, я опять схватил эту кастрюлю, блин, которая у меня. Вот, пускай так и остается, короче. Так. Вот, да, вода, то, что у меня есть, после есть кастрюля на плите. А какой мне смысл в нее там держать? Эту кастрюлю. Так, кастрюля сюда, соль. Что-то меня опять настало на 10 грамм. Блин, я вот
Так, лоханулся, конечно, пошел раз. Картофель 300 грамм. С тем блюдом. Так, варить 2 минуты. Порежьте лук и картошку. Так. Прочитал, в ту же кастрюлю, а не просто добавьте кастрюлю. То есть это было все-таки отдельно. Вот там и плохая, не знаю, техника резки там или что там было. Возьми. Возьми. Так, кастрюли. Пока уберись. Блин. Почему 513? Да покажи мне. Вроде нормально. 500. Так. Белый уксус, соль, белый перец, сахар. Короче, оставляем. Мы забираем. Ну, почти. Так. Блин. Че мудрут? Запутался уже. Короче, белый уксус. Белый уксус. Так, потом соль, горчица, если тоже нужна, горчица, 10, так, соль, 10, сахар,
уберу. Так, биоперец 10. Сахар 10. Ну и только лук добавить сюда. Репчатый. И варить 2 минуты, да? Нет, минуту, блин, дурацкое это, дурацкое управление. Ладно, я не знаю, надеюсь, я успею. Хотя, нет, подождите. Нам еще нужно было лук, ой, лук, картошку порезать. Блин. Я не буду особо париться в этом плане. Все там, блин, уже пережарилось. Не знаю, или нет. Так, репчатый лук забираем. Солнечное масло 20 миллилитров сверху полить. Где у нас? Вот. Блин, слишком много сейчас скажет. Да, так. Шнит лук 8. Ну, почти, ну, вот опять, да? Ну, блин, вот. Вот вроде дали достижение, но почти до конца дошло, но у меня вот вкус не очень, да, вот. Вот что не так-то, а? Сахар не нужен. Нет, это еще понятно. А знаешь, сахар не нужен. Это все? Это же, в смысле? То есть буквально только 2 заказа сделал за весь день. Что значит сахар не нужен? Где я допустил ошибку? Добавьте в кастрюлю ингредиентов. Сахар 10 грамм. Ну то есть
Она там типа что за сахарилась за прошедшее время или что? Ну как бы сахар не нужен. Так буквально, ну прошло секунд 10, да? То есть я варил не 60 секунд, а секунд 70 случайно. Он говорит, сахар не нужен. Чего? Я не понимаю. Ладненько, в общем, давайте продолжим в следующий раз. Всем желаю удачи, хорошего настроения и до свидания.